Заключительный этап областного творческого конкурса «Твоя минута славы» собрал ярких и талантливых исполнителей практически из всех уголков региона. На предварительных кастингах жюри отсмотрело сотни номеров и 300 молодых талантов, из которых отобрали 18 финальных выступлений. Это уже шестой областной конкурс «Твоя минута славы». И я думаю, что он интересен для молодежи тем, что мы прежде всего ищем необычные творческие номера, приветствуем креативный подход, новые трактовки уже известных произведений или абсолютно новые авторские произведения. За 6 лет конкурс вырос. Уровень исполнительского мастерства стал намного выше, чем в начале. И это конкурс молодежных инициатив, то есть это молодежный конкурс. И мы хотели, чтобы молодые люди показывали современное творчество, чтобы какие-то новые формы искали, новые виды. Вот на это нацелен конкурс. Перед жюри, в которое вошли известные творческие креативные люди, стояла нелегкая задача – выбрать лучших. Учитывались артистизм и уровень исполнительского мастерства, искренность и даже кураж. А еще главным героям финала необходимо было показать индивидуальность. Именно это качество отличает настоящего артиста. Мы пришли за победой, вот скажем так. Главное участие, но мы пришли за победой. И каждая победа важна. Это, во-первых, победа над собой. Потому что каждый раз страшно все равно выходить на зрителя, на публику. Сцены, руки вот так трясутся. Да, это каждый раз победа над собой и эмоции. Все серьезные, все с разных коллективов, все очень серьезно готовились. И мы тоже серьезно готовы. И, ну, как бы, готовы показать, на что мы, как бы, способны. Это интересно, это тоже как опыт у нас идет. И, как бы, песня такая у нас сложная получается. На голоса можно разделить, и это как-то тоже очень интересно. Везде хочется поучаствовать. Для каждого финалиста участие в конкурсе – это большой опыт. Своего рода творческий спарринг. Сюда попадают не только уже засветившиеся на разных фестах юные артисты, но и те, для кого конкурс – ступенька к большому искусству. Читаю давно, читаю со 2 класса. Много побед. В прошлый раз, ну вот, как видите, прошел. И надеюсь, что в этот раз тоже пройду. Новых возможностей не вижу. Вижу много опыта. Опыта читать на сцене. Это, мне кажется, самое главное. Не все из финалистов конкурса в будущем выйдут на большую сцену, но для каждого из них творчество останется частью жизни. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук ТВ.